Ребята, привет! Сегодня я открываю набор «Веселая столовая». В набор входит 21 предмет и 10 цветов. Давайте его откроем. В набор входит какая-то тарелка. Не знаю, как она называется. Вот такой стаканчик смешной для мороженого. Формочка, чтобы тянуться. Вот. Тарелка зеленая. Еще одна какая-то миска для салата, что ли. Вот такая желтенькая тоже. Еще одна листик салата делать. Ложка. Вот так зачерпывать. Так, вот такая чаша, чтобы тоже какое-нибудь желе или мороженое делать. Так, вилочка. Ножичек. Шприц. И разноцветный пластилин. Ой, тут еще бумажка какая-то. А, это же инструкция. Сейчас мы попробуем что-нибудь слепить. Так, возьму красный цвет. Бумажку туда. Ну, возьмем вот столько. Берем наш шприц. И давайте я возьму вот вниз. Итак, шприц мы положили. Красный пластилин. Сейчас его вот в эту миску будем добавить. Макарошки. Сейчас. Тыс-тыс. Сейчас открою. Крошки вылезают. И теперь отрезаем ножичком. Так. Вот. Ложенка. Вот эта вот такая. Так, в шприце у нас вот осталось. Надо вот это убрать. Что-то. И прилепить назад к красному. Сейчас с закрытыми глазами выберу какой-нибудь цвет. У меня попался салатовый. Значит, я буду делать салатик. Сейчас открою. И-и-и-и! Все скрипит. Ненавижу скрип. Возьмем где-то столько. Кстати, пластилин можно смешивать, получатся разные цвета. Там розовый, который в этом наборе есть, или зеленый, темно-зеленый, фиолетовый, серый, оранжевый и коричневый. Давайте что-то попробуем, как клетку сделать. Ну, давайте смешаем пластилинчик. Будет ничего страшного. А хотя, куда я потом это все положу? Не, лучше мы будем делать котлетку. Давайте смешаем красный и салатовый. Посмотрим, какой цвет у нас получится. Потому что на коробочке не нарисовано. Или нарисовано, просто я не знаю. Не вижу. Ну, давайте смешаем.
получается какой-то оранжевый какой-то получился. Неужели это вот этот? Какой-то коричнево-оранжевый получился, но зато из него можно сделать скорлетку. Ребята, смотрите, что я сделала. Это суша с лепешкой и с начинками, с этими кетчупами и соусами. Это десерт, мороженое. А это такой фруктовый салат. Здесь листочек салата, такая же лепешка, как и здесь, и апельсинчик, кусочек апельсинчика. Вот из этого пластилина можно слепить что хочешь. Можно его и смешивать, можно разные там свои, какие хочешь блюда придумывать. Пока! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока!